Инсказад против генерал Квай. Моя армия уничтожит твои жалкие силы. Этот район когда-то был плодородной фермерской землей. Вскоре ваша кровь сделает ее плодородной снова. Вскоре мы выгоним тебя с твоей земли. Всем привет. В общем-то, продолжаем играть в поединках генералов. В общем-то, у нас второй поединок. Так, против танкового генерала. Довольно-таки серьезный генерал. Наверное, это будет любимый генерал всех новичков. Ну, в определенном смысле он, конечно же, да, вот хороший генерал. Есть у него, в общем-то, отличные танки. Мы прекрасно знаем, какие, да, императоры. Так, ну, в общем-то, да, мы тем временем давайте быстренько сейчас построим тут везде склады снабжения. Там ничего нет, генерал. Там должно быть много танков, направляющихся к твоей базе. Как ты думаешь? Так, ну да, напугал. Так. Ну да, ресурсов здесь, конечно же, не так уж-то и много. Но тем не менее. Строй свои военные заводы, генерал. Но они все равно не смогут строить танки, способные остановить мои. Так, а я и не буду тебя танками останавливать. Так, давайте быстренько радарный фургон. Теперь ничто не может остановить нас. Так, ну блин, как сказать? Ресурсов-то здесь много, как бы. Так, в общем-то, хорошо против танков. Я думаю, отработают наши стингеры. Танки! Построить больше танков! Да он какой-то неадекватный. Так, ну и, в общем-то, парочку зениток построим. Ну вот и мы, генерал. Надеюсь, твоя оборона сдается. И не надейся, да. Так, парочку еще стингеров. Очередной батальон в пути, генерал. Пожалуйста, будь гостеприимен. Да, конечно, мы тут как бы уже это вовсю подготовились. Так, давайте быстренько дворец бахнем. Что-то как бы и нету его. Что-то он говорил, что вот-вот, а никого и нету. Так, ну да, им бы бронебойные ракеты нужно. Мы приближаемся к твоей базе, генерал. Подготовься. Подготовился. Пробили твою оборону, генерал. Теперь твои заводы... падут. Ах, это моя самая любимая часть битвы. Часть, в которой я добиваю врагов.
Офигеть. Ты тут еще никого как бы не добиваешь. Ты слишком рано радуешься, товарищ. Мои силы у твоей двери, генерал. Подразделение потеряно. Так. Подразделение потеряно. Какие это еще подразделения тут потеряны? Так, давайте, в общем-то, ядерное... О, прошу прощения, супероружие построим. Оно, конечно же, не ядерное. Так, ну и нам нужен обязательно черный рынок. Железный дракон прорвется сквозь твою жалкую оборону. Блин, самое главное, чтобы он это самое, пока что еще свои тяжелые танки. Подразделение потеряно. Всем танкам внимание! Джарман Гэл вышел на охоту. Так, отлично. Ах, мои танки подошли к твоей базе почти вплотную. Скоро все закончится. Скоро все закончится. Спасибо за приглашение на твою базу, генерал. Так, да вроде бы оборонка тут у меня это самое, нормальная. Твоя база стала слишком большой, генерал. Моим танкам нравится практиковаться в стрельбе. Так, давайте мы сначала обувь, потом бронебойные ракеты. Подразделение потеряно. Надежды больше нет, генерал. Сдавайся или умри. Блин, ё-моё. А вот и император. Генерал, вот достаточно. Хватит уничтожать мои танки, генерал. Так, давай, давай. Подразделение потеряно. И что ты планируешь сделать с штормом Скат, генерал? Да вот как бы это, планирую тебя бомбить. Припасы! Мне нужно больше припасов! Так, а еще это, императоров нету? Слышишь ли ты громогласную песню приближающейся армии, генерал? Так, хорошо. Можно, в общем-то, так сделать. Можно еще парочку зениток. Ё-моё, да ты издеваешься. Твоя тактика забавляет меня, генерал. Так, давайте, в общем-то, еще парочку. Модернизация завершена. Внимание! Так. Замечено ядерное... Генерал, мои силы численно превосходят твои. Теперь все лишь вопрос времени. Точно. Вот он. Так, давайте мы его сейчас, это самое, прихватизируем. Все, 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 хватит. Подразделение потеряно. Да ё-моё, а...
Да, это вообще серьезный парень. Бьется он как бы не по-детски. В общем-то, его танком я даже не знаю. Вряд ли я смогу что-то реальное своими зенитками противопоставить. Наслаждайся отдыхом, генерал. Вскоре атаки повторятся. Ты впечатлен модификациями моих танков, генерал? Да, вот сижу и впечатляюсь. Вас повысили. Так, а вот это вот уже интересней. Подразделение потеряно. Так, а тут можно как-то это самое... Так, хорошо, продолжаем охотиться за императорами. Я так думаю, ему нужно будет снести для начала ядерную шахту. Так, да-да, давайте. Мы тут как бы это... Ждем. Мы ждем твоего штурма, генерал. Но мне интересно, он вообще когда-нибудь произойдет? А, то есть вы как бы... вы меня ждете, я жду вас вообще-то. Что-то у нас какая-то непонятка творится. Твоя плохенькая стратегия довела до этого, генерал. Теперь ты не можешь одержать верх. Ну, это еще как бы... О, так, один. Так, давайте сюда нашего жармельку перекинем. Вскоре поле заполнится танками, моими танками. Смотри, не обкончайся от такой радости. Наши военные заводы работают на полную мощность, чтобы сделать побольше танков специально для тебя, генерал. Так, давайте мы вот это вот снесем. Как повредил нам, но теперь ты разозлил меня, генерал. Разделение потеряно. Так, беги быстрее. Не успел. Блин, долбанный Хеликс. Ты открыл огонь по моим самолетам? Думаешь, это лучшая тактика против меня, генерал? Подразделение потеряно. Все подразделения! Так, блин, мне нужен этот самый император. Ох ты ж, ё-моё, еще один. Не-не-не-не-не, не перестреливайся с ним. Да все, хватит его уже. Так, в мире, конечно же, жить можно. Так, отлично, у нас еще парочку императоров есть. Как долго ты можешь терпеть такие потери, генерал? Возможно, пришло время сдаться? Так, зато я ему шахту снес. Ха-ха. Так, у меня есть парочку... Хорошая база, генерал. Императоров, кстати. Подразделение потеряно. Блин, нафиг вы их это давите?
Они же вам ничего плохого не сделали. Так. Да не-не-не-не-не. Давай, в общем-то, выноси все эти батлмейстеры. Подразделение потеряно. Танки собираются на нашей базе. Готовься к последнему штурму. Выдержит ли оборона в этот раз? Так, я думаю, выдержит. Это твой рок, генерал. Так, а чё ты уже это самое мигами попёрся? Подразделение потеряно. Так. Хорошо, давайте, в общем-то, этими императорами пойдем его и вынесем нафиг. Твой последний шанс показать себе, генерал. Вскоре мои танки разобьют твою жалкую армию. Так. Как бы, чтобы этого не случилось, мы нужно... На твоей базе, генерал. Твоя оборона оказалась никуда не годной. Чтобы этого не случилось, давайте мы... В общем-то, нападем первыми. Так, отлично. Выносим его. Ты ведь не надеешься, что твоя удача поможет тебе еще продержаться? Или надеешься, генерал? Я надеюсь, конечно. Так, продолжаем выносить китайского генерала. Мои силы у твоей двери, генерал. Мы можем использовать наш шторм-скат. О, так мы можем использовать шторм-скат. Ну да. Давайте вот сюда наш вот стрельнем. Шторм-скат запущен. Так, давайте тут еще засаду создадим. Так, кстати, да, вот наши императоры можно замаскировать. Железный дракон прорвется сквозь твою жалкую оборону. Так, ну конечно. Там ничего нет, генерал. Там должно быть много танков, направляющихся к твоей базе. Как ты думаешь? Так, ну да, в принципе, по идее, они должны быть. Командный центр. Я впечатлен, генерал. Немногие доживали до этого момента. Ты посмел атаковать мой военный завод? Всем войскам избавиться от этого паразита! Подразделение потеряно. Так, я думаю, это нам пригодится. Да будет так. Теперь я разрушу твои. Боюсь, тебе конец, генерал. А ты не бойся. Подразделение потеряно.
построить больше танков. Блин, конечно же, у него танки намного лучше, чем мои. Так, не-не-не-не-не-не-не. Вот это вот дело я, это самое, пристрелю. Не... А... Как? Каким образом? Тебя же это самое, пристрелили. Так, тут радиация. Подразделение потеряно. Так, блин, этот заколебал тут своими бульдозерами. Очередной батальон в пути, генерал. Пожалуйста, будь гостеприимен. Так, сейчас мы все-таки ж подловим этого императора. Мы отстроим военный завод заново. Вскоре мои танки хлынут на твою базу, как вода в половодье. Ну, конечно, да. Как что так сразу? Так, а где? Подразделение потеряно. Так, что-то он как бы укатил в неизвестном направлении. О, вот он. Давайте еще раз его пристрелим. Защитил свои фланги, генерал. Почему бы тебе не взглянуть? Так, продолжаем выносить. Подразделение потеряно. Так, давай-ка ты вот сюда вот поедешь. Так, парочку повстанцев мы. Любимая часть битвы. Часть, в которой я добиваю врагов. Да нифига ты никого не добиваешь. Это я тут тебя. Мы можем использовать наш штормскат. Добиваю. Наш штормскат запущен. Ты впечатлен модификациями моих танков, генерал? Так, а я даже этот маскировку не закинул на. Так, ну что ж, добиваем его. Мы победили! Возможно, ты уничтожил мои танки, генерал, но тигрица раздавит тебя, как букашку. Ну что ж, друзья, очередной раунд у нас позади, это победа. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Увидимся в последующих поединках. Всем спасибо и всем пока.